Открываем дверь. Дверь. Ну, тут у нас побольше денег. Так, теперь я не помню. А, теперь по краешку бежим. Уходим в эту. Выскакиваем тут эту, берем алмаз. Алмаз падает теперь как... Не знаю что. Подбери, окей. Окей, подбери. Подбери-ка, окей. Да подберишь ты, окей. Тут ничего нету, нет. Что бы вы думали? Мы сейчас упадем. Я забыл нажать приземлиться, и мы приземлились очень хорошо. Блин, отойди ты. Не трать патроны, ты так все их не дам. Ты еще их тратить будешь. Давай, что со снайперки стрелять. Берем еще один алмаз. Убиваем вот этих вот мелких, вот я даже не знаю, как они называются. Собака, ты ответишь за Шеву. Эти люлей наваляю, вот тебе. И тебе тоже. Где ты? Шева уже дробыч использует, это не очень хорошо. Я имею в виду в экономии патронов. Ну, о, блин, вот самый крутой мужик. Я про огненного. Ах ты, блин, собака. Бурой сильно нашелся. Бурой нашелся. Понимаешь, вот и все уже вообще ни к чему патронов нет. Ну хрена хорошо как. О, как все хорошо. Вы в рукопашную, да? Так, надо тебе к чему-нибудь патронов дать. Нам хоть пистолет. Сади. Так. Идем дальше. Даем Шеве цветок. Подхэльс. Сейчас будет кучка мужиков. Мы их сейчас быстро поснимаем. Вот блин. Ладно, как ходить. То есть как ходить. В прямом смысле это сказал. Прощай. Так. И на этом наша часть прохождения Resident Evil заканчивается. Встретимся в следующем. С вами был Саня. До свидания.